Сегодня состоялось первое организационное заседание Верховного Хурала Республики Тыва. В ходе мероприятия было обсуждено 16 вопросов, среди которых ключевыми стали избрание председателя Верховного Хурала, его заместителя и председателя комитетов Верховного Хурала. Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня прошла первая сессия Верховного Хурала Республики. На ней рассматривались несколько вопросов. Мы избрали и председателей, и заместителей, и председателей комитетов. На второй сессии этот процесс будет продолжен по некоторым другим комитетам. Поэтому я считаю, что одна главная задача, которая объединяет всех депутатов, независимо от их политических взглядов, политических предпочтений, это работать на благо нашего региона. Поэтому, поверьте, фракция наша будет очень активно работать, и вы будете следить за нашей работой в наших информационных ресурсах. Всем спасибо.